Приветствую, друзья! Сегодня я хотела поделиться с вами новым приобретением. Это дубовый пресс для отжима холодным методом разных масел. С помощью этого пресса можно отжать любое масло, не потеряв свои свойства из семян или орехов. В этом видео я хочу вам показать процесс отжима масла из белого кунжута. Сейчас я вам это продемонстрирую. Мы насыпаем кунжут. Ну, я беру где-то килограмм. Обычно не меньше. Побольше, потому что 90 грамм. Ну, вот мы насыпали масло. Положим мешочек сюда. На востоке кунжут называют сезам. Считается, что это полезные вещества кунжута, помогают от стоя одной болезни в аюрведе. Это капролоновые поршни. При давлении, здесь 30 тонн у нас домкрат, при давлении они не деформируются, так как, например, деревянные дубовые поршни. Сейчас мы все это будем накачивать. Так, вот накачаем пресс. Капролоновые поршни опускаются. При этом создается давление на мешочек с семенами. Сейчас мы поставим такую бутылочку. Тарелочку. Чтобы ничего не пролиться. Чтобы оно масло сюда текло. Вот. И продолжим качать. Кунжутное масло невероятно целебное. В нем содержится омега-кислоты, витамины, омега-6, омега-3, омега-9. Но какое-то время, и вот полилась струйка такая белого масла. Сейчас можно наблюдать, немножечко мутноватое всегда кунжута. Очень приятное на вкус. А уж целебные свойства тут не перечесть. Я говорю, помогает от стоя одной болезни. Это прекрасно для иммунитета, для вообще полностью для здоровья. Пока у нас течет масло, набирается вот прекрасную бутылочку, я расскажу вам, как его нужно пить. Пьете по одной чайной ложке два раза в день. Как взрослому, так и маленькому ребенку. Это очень полезно для организма, для иммунитета, для просто всего. Вот у нас уже одна бутылочка налилась полностью. Здесь такой дозатор у меня и крышечка. Вы можете приобрести вот такую бутылочку 100 мл у меня. Пишите мне в личку. Если вам интересно, я также делаю масло из семечек тыквы. Тоже очень целебное по своим свойствам. Тоже можете просмотреть об этом в интернете, почитать. Просто не перечислить, сколько там всего полезного. Так что желаю вам всего хорошего, если вас заинтересовало.